Раз, два, три, с вами Григорьев, на канале Художники, проверка связи, друзья. Так, ну вот что-то я слышу уже по студии. Вроде бы все настроено, должно все работать. Хотелось бы увидеть оценки в чате на канале, на нашем канале, на нашем YouTube-канале работает чат. Если кто-то смотрит меня в социальных сетях, переходите на YouTube-канал. И здесь вот с правой стороны на YouTube можно смотреть чат. Задавать вопросы в режиме реального времени, в режиме трансляции. Я смогу ответить на любой ваш вопрос. Сегодня мы подпишем с вами картинку, которая заявлена во всех наших группах, есть в социальных сетях, и также есть она в сообществе на нашем YouTube-канале. Жду пока обратной связи. Я вижу, что большая задержка идет по трансляции, но это только у меня видно, у вас не должно быть никаких задержек. Надеюсь, что связь сегодня будет хорошей. Все должно хорошо работать. Во всяком случае, у меня показывает, что все в порядке. Елена, добрый вечер. Вижу, чат начал свою работу и к нам присоединяется. Первую оценку я получил. Розыгрыш сегодня. Картину, которую мы писали вместе с вами, она еще не закончена, она будет еще дописываться. И она есть у нас уже вот здесь, в верхнем углу написано «Розыгрыш». Это картиночка. Вот она на самом деле как выглядит. Она еще сыроватая и, естественно, будет еще доработано. Вот эту картину мы разыгрываем с вами, друзья. И она же будет отправлена хозяину. Тот, кто сможет выиграть ее. Она будет разыграна такими вот. Есть бинго-шарики у меня. И мы будем разыгрывать. Кто-то, может быть, впервые участвует в розыгрыше и не знает. Будет крутиться барабан, в этом барабане засыпаны шарики, и счастливчик розыгрыша, независимо от того, в каком месте мира он проживает, картина будет отправлена в любую точку мира. Ну и вот, если сравнить по фотографии, то есть оригинал, есть фотография. Она сейчас сырая. Я вам обещал, что она будет еще дописана, и она будет дописана. И пока я ее не трогаю, она сейчас в таком состоянии, как осталась после мастер-класса, после проведения вебинара. Сейчас я дожидаюсь, чтобы красочка немножко схватилась, и потом мы ее чуточку доработаем. Ну и разыграем, как только будет набрана вот эта полная полосочка. Снизу работает система донат. И так как я уже объяснял, можно перейти по ссылке. Прямо под видео есть ссылочка. Те участники, которые захотят участвовать в нашем розыгрыше. Один лот, один шарик стоит 250 рублей. Написано вот здесь над полосочкой. И можно увеличивать свои шансы, если, к примеру, можно приобрести 2, 3, 4 шарика, ну и так далее. Как только будет набрана полосочка полностью, мы разыграем эту картину и посмотрим, кто станет участником. И у нас уже есть участники. Волченко Светлана, есть Наталья Зотова, участница. И, к сожалению, есть еще одна участница, Ольга. Под вопросом нет фамилии, есть только имя. К сожалению, я не знаю, как мы будем разыгрывать по именам. Везде
было написано, что обязательно нужно указывать в системе доната, надо указывать фамилию и имя, хотя бы желательно фамилию, имя, отчество, чтобы не попасть в такое вот совпадение. И если меня Ольга сейчас слышит и знает, что она сделала донат, я знаю какой, на какую сумму, и знаю, что она написала. Поэтому обратитесь, пожалуйста, либо в чате, либо как-то ко мне в личку, может быть, написать, чтобы я знал фамилию вашу. Также есть участники, которые делают и помогают нашему проекту спонсорскими переводами. Владимир Суркин есть у нас, 100 рублей перевел в прошлый мастер-класс. И Людмила также под вопросом, не понять, какая Людмила, без фамилии, перевела также 200 рублей. Если, конечно, будет в процессе написания сегодняшней, может быть, следующей картины, не обязательно сегодняшней, пока мы набираем полностью полосочку розыгрыша. И если вдруг будет добавлены еще какие-то средства, то все возможно, что вы становитесь также участником, так как один лот равен 250 рублям. Так, ну что, смотрим. Добрый вечер. У кого-то добрый вечер. Екатерина, приветствую. Дима, добрый вечер. Какой-то праздник. Два вечера подряд. Да нет, не два уже, по-моему, три вечера подряд. Долинский, любимый художник Дмитрия. Ну, спасибо, конечно. Аплодисменты вижу. Всегда радует, когда есть участники, которые уважают твой труд и приходят посмотреть на выступление. Я смазал сейчас холстик. Сегодня у меня было чуть больше времени. Смазал холстик, и он сейчас напитывается. Если кто-то будет писать вместе со мной, расскажу вам сразу, что мои холсты, они очень хорошо впитывают масло, и вот видно, что здесь еще высыхает. Тут же высыхает. У нас довольно-таки так теплая погода, сухая, поэтому сохнет краска очень быстро. Я думаю, так в течение вот Тоскану мы недавно писали. Она уже практически сухая, эта картина, и ее можно уже, в принципе, отправлять заказчику. Вот, сегодня мы напишем также по фотографии. Евгений Цветков дал мне возможность подписать по его работам. Вот, спасибо Евгению. Сегодня мы напишем вот такую картинку. А именно, может быть, не будем отвлекаться, прям впадать в такую в точность. Ну и кто-то, может быть, ее уже узнал по моей прошлой работе. Вот оно, большое дерево. И вот еще два дерева, которые уходят вдаль. И вот та картинка, которую мы сегодня разыгрываем, и ту, которую вы видите в левом углу на мониторе вот здесь. Эта работа сделана, фоторабота художником сделана, немножко взял он правее. И, в принципе, мы видим тот же самый пейзаж, только с другого ракурса. И это лето, видно, что это лето, жаркое, возможно, уже растут грибы. И есть солнышко, но по воде мы видим, что идет дождик. И это, конечно, друзья, грибной дождик, как мы всегда называем. Мы не сделаем копию сегодня, мы просто попробуем поработать и взять за основу эту фотографию. Ну и что-то такое приблизительное написать на холсте. Этот холст также у меня 40 на 60. Поэтому я буду на большом холсте работать. Так, девчата уже здороваются с нашим спонсором. У нас Дмитрий, один из главных спонсоров нашего проекта.
Огромная благодарность Дмитрию за то, что помогает нам и спонсирует наш проект. И понятно, что художники ждут, когда Дмитрий приходит на наши мастер-классы. Екатерина тоже с нами. Ну что, в принципе, мы можем начинать. Холст уже напитался, и он такой сейчас вот слегка влажный. Видно вот по моим пальцам. Не знаю, насколько они сейчас... Да, камера немножко искажает. Если видеть, например, вот эта верхняя камера, она показывает совсем другие расцветки, цвета. И вот можно приподнять. Здесь я вижу немножко другой цвет. Все-таки есть искажения, как бы там мы не настраивали, не пробовали настраивать камеры. Всегда есть искажения. Поступление слышу от Дмитрия. 4 сразу. 4 шарика Дмитрий получает сегодня. Если у нас сегодня наберется полностью полоска, мы разыграем обязательно сегодня картины. Если нет, разыграем в следующий раз. Ну, а зная Дмитрия, все возможно в этой жизни, друзья. Дмитрий может легко отдать свои донаты, кому-то подарить из сегодняшних участниц. Беленький. Делаем вот такую, некий такой замесик голубенького цветика. Хочу вот здесь по фотографии, я вижу голубой цвет на небе. Ну и везде он присутствует, в принципе, во всей подложке. И можно писать как аккуратно, так и неаккуратно эту работу делать. Вот я просто могу вот так избавиться сначала от белого полотна. И как вы знаете, друзья, я в большинстве случаев никогда не подготавливаюсь, не делаю заранее каких-либо набросков перед тем, как написать картину. Просто избавляюсь сначала от белого полотна. Можно избавиться как синеньким, так и вот взять. Но, в принципе, я взял 3 основных цвета. Обычно я работаю на своих мастер-классах. И мы на живых мастер-классах также проделываем то же самое. Ну вот вы можете взять как не 3 основные цвета, а взять какие-либо вам уже готовые цвета из тюбиков. Можно также закрасить сиеной. Можно взять какой-либо другой оттенок. Можно взять чистый цвет. А можно, конечно, написать сначала все карандашиком. И потом сидеть... И разукрашивать, как вот детские рисунки, разукрашка, разукрашивать свою работу. Сейчас я вам покажу самый простейший, наверное, из простейших вариантов, как можно писать и делать такие картины. И вот смотрите, ничего здесь пока на первом этапе, естественно, не происходит. Просто избавляемся от белил, точнее от белого полотна, так как, к счастью или к сожалению, наш человеческий взгляд, глаз так устроен, что когда мы долгое время прописываем и смотрим на, отвлекаемся на белое полотно, мы начинаем делать ошибки. И без разницы, то профессионал художник, либо новичок художник, любитель художник, ошибки будут обязательно, если мы будем отвлекаться и смотреть все время на светлое полотно. И в итоге, когда работа будет прописана, она будет прописана новичком не за час и не за два, а человек будет отвлекаться на белое полотно в течение, может быть, недели, двух недель. И в итоге работа будет прописана не яркой, не сочной, не контрастной. Так вот, как мы художники иногда называем, по-девичьи. И придется заново начинать. Где-то проходиться еще и еще, и может быть полностью всю картину.
Поэтому это все двойная работа. Лучше писать и брать холсты, те, которые уже загрунтованы темным цветом, так, чтобы можно было высветлять и сразу не отвлекаться на светлое полотно. Так, ну что ж, я сразу хочу поблагодарить Дмитрия. Есть первое поступление, донат сегодняшний. И мы продолжаем. Что ж у нас тут по чату? Сейчас я... Так, ну здесь пока все. Все пока только общение. Если какие-то вопросы будут, то задавайте, пишите в чате. Мы продолжаем. Здесь вот теперь нужно определиться. Первая задача у нас выполнена. Мы избавились от белил, от белого полотна точнее. И так, чтобы можно было разобраться теперь, что где к чему. Примерно всегда начинаем от центра работы, от центра композиции, от центра фотографии. Если мы пишем по фотографии, здесь центр фотографии чуть левее от вот этого деревца. И практически наша речка проходит, ну, можно сказать, почти по центру. Вот этот дальний план, вот здесь, где начинается лес. Можно практически поделить центр полотна взять и представить, что вот в принципе речка начинается именно по центру, вот там на горизонтике. Дальше идет вот этот островок, в принципе это то же самое, что мы с вами писали на прошлом вебинаре. Имеет некий такой уклон в правую сторону и вверх туда, где осветленность травы. Также есть вот этот скосик, где речка уходит левым берегом, и все, что к нам ближе происходит, на самом деле по перспективе имеет наклон. Наклон вправо, наклон здесь влево, наоборот, с левой стороны. А переднюю часть пока можно не писать, и обозначить можно также, где будет находиться. Вот здесь будет у нас находиться, к примеру, островок. А дальше будет лес. И вот тут нужно, конечно же, все можно переиграть на самом деле. Можно больше места оставить для неба. Можно опустить все, что мы видим. Не копировать полностью фотографию, а чуточку опустить вниз. Так, чтобы небо, например, занимало больше места. Либо наоборот, мы оставляем больше места для воды, поэтому... В этом случае нужно приподнять тогда задний лесок. Ну вот как-то так. Не обязательно, как я уже сказал, делать абсолютную копию. Здесь будет находиться задний лес. Вот еще у нас перспектива есть. И есть островок на переднем плане. Вот тут также он занимает чуть больше места. Практически доходит до середины. Но мы здесь можем с вами соврать. Оставить больше места для воды и не прописывать вот эту мельчайшую травку на переднем плане, а оставить более спокойно водичку, где на водичке мы можем показать чуть больше круги от дождика, ну и тем самым приукрасить немножко по-своему. Вот, собственно, и все. Также по деревьям мы можем сдвинуть не по центру это дерево, а посадить его чуть правее, так, чтобы по самой композиции было немножко покрасивше, покрасивее. Все, друзья, это когда мы уже определились с перспективой, можно приступить к рисованию. И вот с чего я хочу начать. Здесь у нас сейчас разбавляю синий с желтым. Немного желтого беру так, чтобы зелененький такой получился темно-зеленый цвет. На задний план, вот туда, где будет находиться все деревья. Ну и рисуем вот так по-детски сейчас.
ничего не выписывая, просто забиваем нужный цвет в нужное место. Так рождается и чудная живопись. Быстро, без напряжения, не нужно никаких насилий. Некоторые начинающие художники любят себя насиловать и насильно пишут. Прям вот пытаются что-то сразу выписать, взять тоненькую кисть зачем-то в самом начале. Все это не нужно делать. Это будет только сбивать вас. И в самом начале своей работы нужно на самом деле сделать все темные пятна там, где они должны быть, и показать их, все темные пятна на своих местах. Пока мы ничего не рисуем, ничего не делаем, мы закладываем будущую работу, будущую картинку вот в такой рисунок, перспективный рисуночек. Сейчас гляну. Вот, хорошо, никто не отвлекает. Сегодня у нас есть зрители. Мало пока общения в чате. Ну, может быть, оно и к лучшему. Побыстрее, значит, я сегодня напишу. И побыстрее мы с вами начнем отдыхать, скоро выходной, точнее завтра, а может быть он уже и сейчас у кого-то начался. Вот, ну, по крайней мере, я пока работаю. Смотрите, друзья, на этой фотографии я также вижу, есть, ну, можно воспользоваться, конечно, есть вот такой более темный цвет, можно взять сажу черную с белилами, что тоже возможно. А можно просто добиться такого некого грязно-темно-фиолетового цвета и немножко по-своему сделать облака, немножко по-своему переиграть вот этот цвет. Ну и самое главное, что вы должны понимать, что в любой картине не важен, многие вот зацикливаются на том, что не попал в цвет. Ну, не попал и не попал. И может быть даже хорошо, что не попал. Мы так видим, мы художники. И мы можем абсолютно по-своему написать любую картину в любом цвете. Самое главное — это попасть в тон. Так, чтобы тон был правильным. Да, кстати, вот как вчера plein air прошел, у нас же Екатерина собиралась порисовать закат, и было объявлено, всемирно объявлено, что убегаю на plein air. Вот интересно было бы, конечно, услышать от Екатерины, что получилось в итоге. Так, теперь нужно всю вот эту красочку немножко успокоить. Здесь, конечно, есть два варианта. Один из вариантов — это сухая кисть, вот так вот в одной руке ветошь какая-то, полотенце кухонное, либо что-то такое, что можно повытирать, повыбирать вот эту краску, так, чтобы она сильно не лежало вот так пастозно, иначе на пастозном варианте мы, конечно, не сможем с вами прописать второй слой. Будет очень неудобно. Тут я сразу увидел, что у нас есть темнота. Задам эту темноту, такая она темно-зеленая. Ну, пока не буду подходить близко, чтобы понятно было, где расположен берег и где расположена
где расположены все отражения в воде. Чуть-чуть вот так задать темноты. Вот здесь у нас темнота от стоящего, от растущего дерева показана в вертикали. Все отражения делаются именно в вертикали. Вот, и задаем сразу, тут же можно задать настроение облак. Вот, вижу, что шашлык. Самое главное, да, самое главное, шашлык получился, и все. А вот тут, конечно же, я избавился от белого полотна, но также нужно еще избавиться от пастозности краски. Она здесь не нужна, здесь нужно будет высветлять, и если будет сильно пастозно здесь лежать красочка, то она будет нам мешаться, поэтому я ее сейчас подотру так чуть-чуть сухой салфеткой, так, чтобы можно было уже спокойно обратиться к написанию облак. И ничего не будет уже мешать на этом месте, на самом деле. Также вот тут по отражению у нас здесь тоже будет высветлено чуточку. Двигаемся дальше. Белила. Почистить нужно немножко кисть. Вот так, макая кисть в подсолнечное масло и просто вытирая ее, стягивая ненужную краску, можно легко почистить кисточку, и после чего, чтобы ее сохранить, достаточно будет помыть еще мылом. Ну и все на этом. Так, ну что, вот здесь подложечка такая, она светлая, конечно, здесь есть какие-то облака. И вот сейчас примерно вот эту форму, чуть-чуть левее середины, выходим с облаками, опускаемся вот где-то вот так к горизонту. Ну и нужно полностью прописать сейчас, дойти до практически до самого, до верхушек, до макушек вот этого заднего вида леса. И еще самого леса пока нет. Ну и вот сейчас я высветляю это дело. Здесь вот тоже можно все это высветлить чуть-чуть. Хотя, в принципе, как с самого начала было сказано, можно прописывать как рисунок. Прям вот определиться, точно-точно определиться с облаками и потом писать уже на правильном месте облака. Сейчас я сделаю грязно-фиолетовый, получится у меня такой вот грязненький фиолетовый. И вот тут есть темные намеки. Там идет дождь, поэтому более темный вид у облака. И также есть вот тут самое яркое облако, это на правом плане вот здесь переднем. Дальше уходим грязно-фиолетовым. Все, что мы видим грязно-фиолетовым, точнее таким серым. Ну и можно добавить туда синевы, голубого. И где-то показать еще не только таким вот, но и голубеньким цветиком.
Вот тут я вижу тоже какие-то выскакивают сверху облачка. Далее вот тут все можно, в принципе, закрасить. Пока я работаю только одной кистью, вот таким строительный флейц. Не прибегаю пока ни к каким бопросовским дорогим кистям. Ну и делаю все по-своему, конечно, друзья. Не делаю я точной копии. Берем за основу работу Евгения. Красивая фотография. И пишем свою работу, естественно. Плохо, что у меня сейчас никто не читает чат, и в этом плане я, конечно, мне нужно все время отвлекаться, чтобы что-то не пропустить. Вот Елена пишет, что месяц уже работает над пейзажем и не может, пока не может его закончить. В общем, конечно, нужен опыт в том, чтобы писать быстро, энергично. И без опыта сделать быстрые работы очень сложно. Я в частности тоже не понимал раньше, как же можно так очень быстро написать работу, картину в течение часа-двух часов. На самом деле, если я работаю один, никому ничего не рассказываю, не объясняю, у меня получается за час, может быть, за чуть меньше, такие вот работки этюдные. А все потому, что когда не нужно объяснять, рассказывать, ты находишься сам один на один с холстом, делаешь меньше ошибок, и в итоге получается очень быстро работаешь. Но опять же таки должен сказать, что не сразу мне далась эта техника быстрых работ. Раньше я писал очень так же долго и работал в гиперреализме. Как-то вот мне больше хотелось почему-то сделать прям вот копию-копию. Это сейчас я уже отхожу от этого. Ну, а раньше было. Мне было, во всяком случае, сложно с этим соглашаться, потому что казалось, что зрителю не понравится. И почему-то я должен себе был доказывать, что нужно стараться делать прям вот идеально, чтобы было как на фотографии или как ты наяву видишь. Где-то на природе. Но все это неверно, друзья. На самом деле, когда художник взрослеет, все больше и больше человек уходит от реализма. Только на самом начале, когда мы начинаем, когда мы являемся еще новички живописи, нам хочется сделать более подробно. Что, в общем, конечно, не требует, особенно сегодня, современная живопись. Она далеко уже ушла от этого и не требует от себя точности. Как вы видите, ничего такого. Пока я не показываю, прям вот в гиперреализме, все это происходит на самом деле так вот, балуясь крупной кистью, ничего не прописано толком. И
Сейчас вы уже через небольшой отрывок времени увидите, что в принципе все, что нужно, в этой работе уже будет заложено. Ну а потом при желании, если остаются желания и возможность, можно уже часами сидеть с тоненькой кистью и дорабатывать. Всегда же можно доработать картину, доделывать ее до уже состояния, когда вам понравится она, и вы скажете, ну все, на этом можно остановиться. Так, здесь ведь самое главное показать настроение, показать природу, показать вот это настроение, что идет дождик, есть солнышко, и идет дождь тут же. Используя небольшую палитру, такой вот скупой набор масла, мы пишем работу. И почему я использую скупой набор масляных красок? Так, чтобы вы тоже понимали, что не обязательно прибегать к дорогим и, может быть, даже ненужным краскам для новичка. Это не является основой. Основа – это три цвета. Уметь их смешать между собой и добиться как можно больше, добиться различных оттенков. Вот это, наверное, самое главное для начинающих. Ну а так как на нашем канале в основном присутствуют новички живописи, поэтому вот такие уроки мы преподносим. Но это не значит, что мы пишем все время скупым набором. Во всяком случае, иногда я делаю сложные картины, когда у меня есть настроение и желание. Вот тут можно показать отражение вот этих облак в воде, но на тон темнее должны быть облака, поэтому не такой светлый, а чуточку на тон темнее здесь должно все быть. Сейчас я сначала внесу эту краску. И потом с этой красочкой нужно обязательно еще, вот тут есть свет, обязательно нужно поработать в вертикали, вот так, по вертикали. Не заваливая ни влево, ни вправо, а именно вот строго по вертикали. Все должно быть в вертикали. Все отражения в воде работают именно так. Сначала мы пишем вертикально, потом мы переходим на горизонты, горизонтальные линии. И вот здесь должны, на самом деле, пока только вертикали работать. Опять грязно-фиолетовый. Сейчас я гляну в чат, чтобы ничего не было пропущено. Тут я загоняю примерное отражение облака, то, что у нас есть наверху. Также нужно сделать примерное отражение внизу. Так, что-то я пропустил, по-моему, много. Ребенок в воде плескался, я рисовала, но это я уже видел. Так. Да, интересно, почему перепортили картины? Екатерина пишет. Иногда думаешь, ну совсем немножко дорисовать и все. У меня пару лет назад был пейзаж «Ранняя весна». Начала весной, мучилась.
и до осени, потом переделал, и получилась поздняя осень. Не была решена, значит, задача. Если вы ставите перед собой задачу, то нужно пытаться ее завершить. Если же задача не завершена или что-то пошло не так, то я думаю, что все-таки здесь не хватило все-таки опыта, скорее. Скорее так. Зеркальное вот такое здесь я делаю отражение. Ну, давайте его также смажем. Тут вот есть тоже. Все, друзья, дается только с опытом. Нужно его добирать, если его не хватает. Он обязательно будет у вас, периодически вы будете расти. А чем чаще вы делаете работы, пробуете себя, тем больше вы будете набираться опыта. И также у нас, у меня в частности, я также понимаю, что с каждой картиной мы становимся на чуточку лучше, наверное. Потому что самое главное, вообще самое главное, это понимать, что и какие ошибки мы делаем. Вот это, наверное, самое актуальное сегодня. Если мы спрашиваем, многие спрашивают у художников оценки, мнения. Я думаю, все это лишнее. И уж тем более неоднократно я рассказывал, что спрашивать у художника совета, либо то, что у вас получается, не нужно вообще, потому что художники, вообще художники по натуре своей коварные. А я, в частности, лично я никогда не осуждаю чужих работ, так как, во-первых, я не являюсь вот таким вот прям художником. Больше у меня это все-таки преподавание, педагогика. И когда художники говорят, что вот ты там тень неправильно положил, или это, ну, этим самым можно просто убить, особенно новичка. И человек больше никогда не возьмется за кисть, не будет ничего пробовать, так как один из художников может его просто-напросто неправильно дать ему оценку. И в итоге человек разочаруется и не будет больше творить. А на самом деле никто из нас не рождается с кистью в руках, поэтому вы должны пробовать и пробовать находить именно свои ошибки в своих работах. Если вы их видите и понимаете, что у вас есть ошибки, и вы их сделали, а я в частности вижу в своих работах, например, везде ошибки, они присутствуют у меня в любой моей работе, я их вижу. Но тут вот нужно больше давать самооценку себе, понимать свои ошибки, и тогда вы будете расти. А если вы не видите своих ошибок, то, увы, расти некуда. И я многих знаю талантливых уже художников, те, которые добились что-то в жизни и считают, что все на этом, человек вырос, я вырос, говорит художник, то тоже самое получается, расти больше некуда. И я считаю, что это, наверное, конец карьеры художника, когда художник говорит, я вырос. Поэтому с каждой своей работой учится не только новичок, учится и профессионал учится, и
И я учусь каждой своей работой, и я делаю так же, как и все люди, нормальные люди, делаю кучу ошибок в своих работах. Но моя задача как можно ближе приблизить новичка к живописи, заинтересовать его и показать, что каждый из вас сможет написать картину. Нужно только попробовать. И есть способы, и есть простые способы написания работ. Поэтому вот, наверное, такую задачу я ставлю перед собой. Так, вот там есть задний лес, и есть глубина у этого леса, там есть темнота в этой глубине. А, зная свою краску, я пользуюсь вот сейчас на данный момент китайской, и она, я пишу чуть-чуть светлее, потому что красочка при высыхании будет немножко темнеть, особенно вот этот синий цвет при смешивании с желтым, он получается при высыхании намного темнее, чем я его вижу сейчас. И вот у некоторых красок есть именно такое свойство, особенно в акриловых, когда пигмент после высыхания становится либо ярче, либо темнее. Здесь вы должны пробовать разные краски сами на практике и делать выводы для себя. Когда что вы и с чем вы смешиваете, как она будет себя вести уже в финале, эта краска. Здесь вот, конечно, есть некая такая сложность, которую не объяснишь. Единственное, что могу сказать, при смешивании разных красок, разных производителей, здесь нужно быть особо аккуратным с тем, что финал может быть непредсказуемым и непонятным. Ну вот это как раз о том, что я говорил, что подобрать цвет. Подобрать нужный цвет не всегда получается у новичка. А почему? Так все потому, что нужно пытаться пробовать из самого малого набора подбирать цвета. И только потом, когда уже мы понимаем, что с чем смешать из трех цветов, тогда можно добавлять в свою палитру дополнительные расцветки. Из своего опыта скажу, что вот многие на мастер-классы приходят ко мне порисовать своими цветами. Некоторые приносят свои краски и говорят, я хочу своими красками. Но вот зная, чем это заканчивается, особенно когда есть большой разброс по палитре, обычно человек не заканчивает на первом своем мастер-классе. И получается, в итоге получается то, что получается на следующем уроке или на следующем, в дописании своей работы, выходит так, что человек не понимал, что с чем смешивал, и не может добиться в следующей своей работе на следующий день тех самых оттенков и прибегает к тому, что вот где-то был. Я не помню, что с чем смешал, и вот, а как мне получить тот или иной цвет? Это как раз тот момент, когда мы работаем с палитрой, которая очень богата. Не нужно с нее начинать, нужно начинать именно с такой вот, со скупой палитры. Тогда все будет понятно, и не менее ошибок будет допускаться. Так, ну что, здесь у нас есть отражение.
И есть такой вот переход, чтобы он здесь был. Я его загоняю, свет загоняю вверх, темноту вниз. Все в вертикалях делается. И все смазывается вот в такое непонятное глянцевое состояние вводится. Здесь будет травка, которая светится, поэтому в воде она тоже там блики дает некие. Можно будет чуточка, где вот дерево, тоже поработать с бликами. Но сейчас, особо сейчас я пока не делаю ничего. Где-то вот можно запустить еще светика, свет в воду, облачка. Показать, что здесь тоже есть облака. Ну и не забывайте про вертикаль. В коем случае нельзя уходить от нее. Иногда можно вот так помочь себе мастихином, либо пальцем сгладить вот эти все границы между темным и светлым. Потому что не всегда кистью получается так гладко. Иногда прибегаем к помощи руки. Алекс пришел к нам. Приветствую, Александр. Китайцы в плен. Да, там граница недалеко. Алма-Ата. Там могут диверсанты переходить. Опасно. Саша, опасно. Могут в плен взять. Немножко я сейчас позагоняю сюда вот этих бликов, хотя дерева самого еще нет, но тем не менее, пусть я немножко отлучился, неправильно сделал, но давайте с деревом, пусть оно будет здесь, на этом месте. Сейчас я посмотрю внимательно по облакам. Их можно еще, конечно же, можно еще помягчить. И тут вот есть два варианта. Один из вариантов — это, естественно, мастихин. Очень любимый мой вариант, когда я пишу облака мастихином, они получаются такие более натуральные, потому что у мастихина есть такое свойство, когда нечаянно, невзначай можно сделать какой-то вот такой журавлик, загнуть облако так, что как вот с водой мы работаем, с волнами, так и, собственно, по облакам можно сделать нечаянно, но красиво. Совершенно случайно получаются такие интересные закорючки. Ну вот, можно взять поменьше, чуточку потоньше мастихин. Не обязательно делать это как я, не повторяйте. У меня он большой, и может быть не совсем удобно сейчас им работать. Ну вот, тем самым мы немножко придавливаем эту красочку, и она получается, смешивается где-то, и получается такая интересная по сути своей. Все то же самое можно писать и
делать мастихином. В принципе, всю работу можно написать мастихином. Ну вот я показываю все разные возможности. И также вы для себя должны выбрать, что больше вам по душе. Кисть, либо мастихин, либо и то, и другое. Так, переходим к водным процедурам. Екатерина дальше пошла писать на плейнер, покидает нас. Вот вы какая, Екатерина. Хоть бы раз пришли, да пописали вместе с нами. На нашем канале мы можем устроить такую возможность. Может быть, у Дмитрия есть желание порисовать с народом. Так вот, немножко я успокаиваю, потому что вот эта пастозность, она все равно еще немножко будет мешать прописке, дописке. Так, и есть у нас, естественно, здесь растет дерево. Синий, красный. Получаем такой темный, притемный индиго. Ну и туда нужен нам будет еще вот это индиго смешать с желтым, чтобы получить темно-зеленые. От темно-зеленых к светлым потом перейдем. Пока нужно только темно-зеленый. Ну и вот тут, где отражение, оно уже есть. В принципе, можно здесь нарисовать что-то такое, похожее на растение вот это, на дерево. А у этого дерева, как вы видите, есть светлые и темные места. А значит, мы должны не только темным заложить вот эту глубину, но и показать, что есть свет на этом растении. Сейчас я возьму более светлую, чуть больше желтенького. Ну и можно зеленый сделать как холодный, так и теплый. Ага, слышу какое-то поступление. Большущая прям задержка, пока не понимаю. Ага. Саша Долинский решил побаловать художника. Ну что ж, спасибо, Александр. В Алмате уже ближе, наверное, дело к вечеру глубокому. Ну а у нас здесь еще светло, на улице играют дети. Вот, менее светлое я делаю на левую часть дерева, более светлую на правую, потому что солнце падает именно с правой стороны, как видно по отражениям. Ну и также можно, в принципе, сделать еще холоднее, добавив белил, чуточку белил, и взять еще одну краску, еще один тон, на тон светлее. У нас, смотрите, есть три тона, есть темный,
средний и вот совсем светлый, там, куда падает свет. Аккуратно так вот, не просто забить все, абы как бы, аккуратненько продумывая с головой, сделать такой намечек на то, что там может быть. Ну и вот этот более такой темный, точнее вот этот зелененький, светлый, добавив сюда красного, чтобы сделать такой тепловатый оттенок зеленого. Можно вот таким тепло-зеленым поработать по вот здесь, по макушкам, по верхушкам деревьев, которые находятся на заднем плане. Больше они, конечно, цепляют макушки, но и где-то нужно припустить вот сюда вниз, вплоть до самого низа можно дотянуть вот эти оттенки заднего лесочка. И тем самым мы покажем, что есть солнышко, есть свет, и вот так устроено, когда летом идет дождик и светит солнце. Принято называть, что это грибной дождь. У нас еще пока грибы не растут, точнее, может быть, вот сейчас начало будет скоро, но во всяком случае пока, к сожалению, я видел уже и в Одноклассниках некоторые хвастаются, что ходят, собирают грибы. Я очень люблю это занятие, очень люблю собирать грибы. Ну, пока вроде бы никто еще не набирал их. И в прошлом году мы собирали уже поздней осенью, даже уже в начале там, в ноябре, по-моему, я ходил. Вот, нельзя забить это все так же в шахматном порядке, будет некрасиво. Нужно примерно все это так вот разукрасить, чтобы это было не в математическом порядке. И есть вот те кустарники задние там, сейчас я вижу, там больше такой засушливости они находятся, больше красненького вот сюда добавив. И получится такой сухой кустик. Он находится практически чуть дальше вот этого дерева. И также он немножко выходит на выше поднимается леса. Но также у этого куста, у сухого кустика есть также теневая и есть свет. И вот тот третий, который в конце на островке. Его тоже можно показать сразу. Все, тем же самым желтый смешивая с красным, получаем оранжевые оттенки. Ну, вот здесь, пускай здесь они будут, получим оранжевый, чуть больше желтого. Вот, добиваемся такого некого сухого, как вот на здесь с левой стороны я наблюдаю перед речкой, вот тут где-то есть на солнечной стороне обрывистый бережок. Ну и также можно в принципе использовать эту же красочку для написания сухой травы вот здесь на правом плане. А вон там на дальнем плане перед лесом там есть сухая трава, она более темная, поэтому вот так мы ее сейчас повытаскиваем. Пока я не взял, как вы видите, другой кисти, все пишется именно одной, прописывается кистью.
И пока я не прибегаю ни к каким другим методам, сейчас я буду ближе сюда приближаться уже зеленым. Елена правильно угадала, по композиции эта картина похожа на ту, которая разыгрывается. Вижу на экране эту картину вверху и сразу не поняла, в чем дело. Именно так, именно то же самое место. В самом начале я уже рассказал вам, что Евгений Цветков сделал эту фотографию. По разным фотографиям мы работаем, но у нас есть две фотографии, одну мы писали недавно, и та картина, которая разыгрывается. И вот с другого ракурса мы пишем тот же самый пейзаж, только чуточку мы смотрим на это дело сбоку. А в принципе пейзаж один и тот же, да, правильно, все верно замечено. И всегда радует, когда вы угадываете. Вот тут много света я вижу, попадает светик. Там есть пятачок такой. На правом берегу. Также вот где-то здесь можно. Возле водички. Чуть больше зелененького. Чуть больше зелененького. Такой зелененький, зелененький, зелененький. Туда же можно и сухой травки потом желтенького подложить. У нас уходит вот туда правый бережок. Сейчас я возьму немножко желтого больше. И есть, конечно же, совсем уже такой желтенький, прижелтенький с бликом. Он тоже понадобится. И вот там, на самом заднем плане, наверное, еще проглядывается вот тот берег, тот дальний. Его тоже можно туда неким таким намеком на то, что там не заканчивается. Аккуратненько так, чтобы он сильно не кричал и не заваливал весь взгляд на себя, не брал. Так, двигаемся, двигаемся, двигаемся. Также вот здесь на кронах деревьев там есть тоже такие некие солнечные оттенки. Может быть, не сильно увлекаясь ими, но чуточку, конечно же, можно показать, светит солнышко, и оно должно быть все-таки таким чуточку солнечным местом. И все, заканчивается краска. Мне нужен теперь чистый желтый на палитре. Приготовлю сейчас для него место. О, уже в июне.
В июле появились грибы в Подмосковье. Видите, как красота. Наверное, больше все-таки влага воздуха, она очень сильно влияет на растения грибов. Поэтому, ну, я думаю, что все-таки одно из главных, конечно, это то, что большая влажность и температура воздуха все-таки дает о себе знать, что и грибы это любят. Так, вот этот солнечный такой немножко, он сейчас подсбивается между собой с темненьким, но там есть вот эта сухая солома, и в некоторых местах она прям на солнышке блестит таким вот солнечным, присолнечным цветиком. Я сейчас ее постараюсь сюда вот чуточку так нарисовать. Также вот здесь внизу где-то вижу я второй ряд макушечки. Сбиваются тоже. И пока нет ствола самого от дерева, ствол тоже нужно будет обязательно не забыть про него. Он там есть. И вот она уже набралась. Таким вот смешалась и появился уже зелененький такой цвет. Сейчас такими намеками протягивая, как вот слегка протягивая, получаем намек на травку. Можно будет взять потом лайнер, такую тоненькую кисточку, и позаваливать травку сюда на темноту. Вот здесь вот берег. И, скорее всего, я добавлю сейчас, возьму все-таки вторую кисть. Вот у меня есть такая убитая синтетика. И там есть глубокая вот здесь темнота на переднем плане, возле берега, перед водой. И вот эту глубокую темноту нужно, конечно, внести сюда, иначе не получится тот эффект. А именно эффект берега, он нужен. Вот, и нужен, естественно, сюда нужен будет еще, еще нужен будет ствол. И вот этот ствол, он как раз таки смотрится темным на желтеньком. Дальше падает вот здесь, за деревом падает, наверняка там падает тень от дерева. Ну и тень есть от передней травы, и возможно, что она все-таки также сюда неким образом чуть-чуть перебивает. Здесь можно поближе уже так перебить сухой травой. Где-то вот тут на вот этих планах загнать сюда сухую травку. Ну и все, смотрите, даже подложка, она в принципе играет свою роль, выполняет. И всегда она делает свою задачу. В чем, собственно, и плюс того, что когда мы делаем сначала подложку, рисуем, а потом на этой подложке прописываем уже саму картину. Так делается вся пейзажная живопись на плейнерах. Очень быстро работается с картинами.
не зацикливается никогда художник на пленэре, не пишет копию, а выхватывает самое необходимое, самое красивое в природе. Появился вот тут светик на задних, вот тут на задних деревьев. И есть светик, конечно, вот здесь. Очень яркий такой, солнечный, падающее солнышко. Может быть, чуть больше красненького сюда нужно. Такой теплый солнечный, солнечный денек. И есть бережок, есть отражение. Отражение можно чуточку показать темнее, чем на самом деле. Потому что там есть преломление еще воды. И вот это вот всегда такое происходит, когда в воде отражение на тон темнее показывается. За исключением, конечно, каких-то ночных пейзажей. Там все зависит еще от состояния самого самой природы. И может быть день-ночь, там, конечно же, это нужно учитывать, все, что не все абсолютно одинаково. Так, ну что, по воде тут вроде бы все понятно, дождика еще пока нет, скоро он появится. Немножко по отражениям, чтобы понятно было, у нас растет вот здесь, как разобраться с этим делом. У нас растет задний лес есть, и растут деревья, и они отражаются в воде. Ну а как понять, насколько мы будем двигать это отражение в воде? Вот то дерево, например, вот здесь растет дерево, и корень у дерева находится вот там, где-то вдалеке, вон там. Замеряем это расстояние, замеряем от корня расстояние в воду. И где-то вот примерно такое же расстояние, как и расстояние от корня до верха, до кроны дерева. Также от корня дерева до отражения в воде. Также здесь то же самое правило. Замеряем высоту дерева. И высота дерева от корня, высота в отражении. Вот это основное правило, которое нужно знать на зубок, так, чтобы получать правильное отражение в воде, не увеличивая их. Конечно же, в воде мы можем чуточку приврать, смазать, сделать немножко, немножко сделать по-своему. Но основное правило, если мы на одном уровне смотрим на дерево, не на вершине где-то горы находимся и не смотрим с вершины горы, а именно вот на одном уровне, то это правило работает как часики. Его должны знать. Многие новички не знают этого правила, делают отражение неправильно. Это сразу видно, это сразу бросается в глаза. Так, двигаемся дальше. Тут вот у нас есть сразу, что можно сделать. Можно, конечно, еще по отражениям, потому что у нас очень яркое отражение, точнее яркий свет сверху. Ну и в отражении чуть поярче нужно его положить, потому что не на самом деле очень темно здесь все. А там они есть, и вот их нужно позбивать, вот эти вот такие вот, иначе тоже будет неверно и неправильно. Все нужно учитывать в картинах. На тон темнее просто мы это делаем, но это должно быть обязательно. Вот, и это не должно быть так четко. Если у нас есть отражение, то оно не должно быть четким.
Оно должно быть таким вот смазанным. Берем мягкую, ну точнее, той же самой кисточкой, мягчим и делаем такие вот, запускаем в такую в глянцевость, не в четкость, в смазанность, скажем так. Также есть отражение в воде вот этих деревьев. Берем также, запускаем это отражение. Ну и понятно теперь по отражению, насколько мы его тянем вниз. И оно не должно быть таким вот чересчур ярким. Оно должно быть, но не кричать. Кверху вот сюда ближе к краю, а точнее с правой стороны, там где у нас солнышко, там это отражение также немножко светлее, чем отражение то, которое уходит сюда в левую сторону. Оно имеет также теневую. Ну и вот тут есть помимо светлых также еще вот такие более коричневые. Не обязательно прям писать это все, выписывать. Есть парочку только таких бликов, и все, в принципе, этого достаточно для того, чтобы показать на воде и приблизить воду в картине к реалистичной. Все можно поправить маслом. Масло — это такая вещь, что всегда мы можем исправить любую ошибку. Вот, и по самому небу тут можно еще вернуться чуточку. Что-то такое. С небом можно всегда, уже когда сама картина прописана полностью, когда есть уже на что смотреть, можно в самом конце уже прибегнуть к тому, что дописать небо. Ну вот такие вот, нехитро так все получается. Облачка. В облачках вот тут. Оп, смотрите, как она бросилась сюда. Прямо в бой зашла. Залетела сюда вот эта ненужная темнота. Посмотрю я еще в самом конце, что можно с облаками повытворять. Ну и где-то нужно, естественно, попушистить, чтобы не было таких. Может быть, где-то они, естественно, где-то мягкие выходят на границе. А в некоторых местах можно сделать такими пушистиками. Вернусь, наверное, еще чуть позже к облакам. Единственное, что хочется, это вот здесь немножко таких уточнить их, посветлее сделать в отражении. Дозапустить.
Ну вот сбиваю, все-таки как бы я не писал облака, все равно сбиваю в воде их по вертикали сначала. Здесь вот самое светлое место, и его нужно также сюда обязательно. Оно там есть, и оно у крон вот этих деревьев. Здесь вот видно, что деревья заканчиваются, и значит здесь, там где заканчиваются, там есть свет. Его нужно загнать сюда. Ну, и сбить вот так, как примерно повторить. Вверх облака. Так вот, мягенько растушевать по вертикали вниз. Что я пропустил? Ничего не пропустил, никто не пишет. Все внимательно смотрят и вникают. Ну что, можно здесь, в принципе, потихонечку закругляться, заканчивать работу в том плане, что сейчас мы сделаем с вами дождик, мокрую воду нарисуем с дождем. И потом перебить надо вот этот кустарник еще, камыш нарисовать. Так, мне нужна будет правильная кисть. Точнее, скорее их надо будет несколько. Нужна будет вот такая тоненькая кисточка. И нужна будет, скорее всего, еще одна кисть потолще. Ну, тоже круглая. Вот такая. Это синтетика. Это все синтетика. Мягкие синтетики, они как раз будут способствовать для написания дождя. Вот там, на заднем плане, вот здесь как раз-таки мне сейчас не будет возможности близко подойти, неудобно, мне надо вот так тянуться. И может быть я там скорее не буду так все сильно прописывать, а напишу, покажу вам на правом плане, а потом уже когда камеру можно будет удалить, убрать, допишу уже в той части. Но вот самое главное, чтобы вы понимали, что есть круги, они не просто круг, а круг лежит в плоскости, то есть вот нужно его положить в плоскость. У нас же вот эта плоскость получается, вода. Поэтому есть круг, и он лежит в плоскости, и получается, есть у меня такое здесь, чтобы... Ну, к сожалению, ничего нет. Ну, вот как ладошку, например, мы ее кладем. И круг также заваливается, и получается в плоскости, что он такой продолговатый, и имеет некую такую, очень далеко там просто, как полосочками можно, а все, что приближается ближе, мы смотрим чуточку свысока, здесь вот на круги, и они получаются у нас вот такие уже здесь побольше круги, ну они лежат вот такие вот в плоскости. Сейчас я вам порисую здесь несколько таких дождевых кружков. Опять же таки нельзя, ни в коем случае нельзя забить это все сплошным математическим состоянием, чтобы это не было одинаково, не так, чтобы все круги были на одинаковых расстояниях. Все здесь должно быть по-разному. И вот к этой задаче нужно прибегнуть именно сейчас. Почему? Потому что краска у нас сейчас позволяет это сделать, она тянется, она у нас жидкая,
что позволяет, в принципе, написать сейчас сделать на этой работе дождик, грибной дождик. Можно сделать, в принципе, пореже, не обязательно забивать все на одном месте, но можно сделать такой интенсивный дождь. Тут вот все будет зависеть от вашего желания, опять же таки, и возможности. Если вы захотите, вы можете написать интенсивный дождь, как вот здесь делаю я сейчас. Ну, а если хотите, можно сделать так вот несколько капель отобразить на водичке. Ну и всегда вот этот дождь, он, естественно, забирает тот цвет, который находится на воде. Если здесь я сейчас смешиваю зелененький со светлым, то вот тут уже в этом углу получается фиолетовый цветик смешивается вот с этим, с голубеньким. Чем ближе мы приближаемся с кругами вот сюда к нам, тем они становятся больше. Чем дальше мы удаляемся, тем они становятся меньше, эти круги на воде. Сейчас я пытаюсь, мне совсем неудобно так вот прям вот стопроцентно стоять и рисовать эти круги. Естественно, я бы, особенно вот с левой стороны, пожелал бы как-то на что-то облокотиться и не дотягиваться, не тянуться. Все здесь мешает, кабеля, камеры, и все на самом деле. Не совсем все это делает удобным, но тем не менее суть понятна, и самое главное, чтобы вы тоже понимали, что как можно прописать. Круги на воде, как можно сделать дождик. Бывает такое, что, допустим, редкий дождь идет, крупные капли падают, может быть один круг, и потом он развивается дальше, больше, и круги становятся разных размеров, от маленькой точки до вплоть до того, что действительно развивается большой круг. Здесь тоже можно писать так же, то есть вот тут вы должны уже для себя повыбирать, что вы хотите и как вы хотите прописать этот дождь. Сейчас пока плохо здесь ориентируюсь. И тем более мне тяжело здесь не отойти назад. Все это упирается, у меня в спину там стойка. Было бы, конечно, удобнее, если бы я все это понимал, на расстоянии смотрел. Так, ну и что? Вот там можно взять, в принципе. Тут у нас есть такой бережка. Более спокойный зеленый. И вот те дальние блички. Их можно пописать, в принципе, тоненькой кисточкой. Позбивать все это дело. Я беру здесь такой вот на не совсем светлый, но вот такой вот зеленоватый оттеночек там на зелененьком. Желто-зеленый оттеночек. И не пишу уже там круги, потому что там, в принципе, их писать не нужно, так как
все, что вдалеке, становится мельче и не так бросается в глаза, как на переднем плане. Попробую сюда с левой стороны тоже уйти. В принципе, можно взять цвет неба, голубенький. Таким вот темно-голубым. И показать, что идет дождь, он везде, и он грибной, и светит солнце. Есть дождик. Вот здесь по границам совсем такой светленький. И возможно здесь уже тоже начинать уже не с полосочек таких, а сделать именно таким с маленьких кружков. Там-то вдали это понятно, что в самой дали там не обязательно это делать. А вот здесь на переднем плане уже все-таки нужно выходить на эти круги. Ну и может быть не торопиться, как это делаю сейчас я, а сделать аккуратно, присмотреться к каждому кружку, чтобы было так немножко достоверно это все. Очень часто я показывал круги на воде, и в моих старых мастер-классах очень много есть мастер-классов, где мы пишем круги. Ну вот, это все делается именно так, по свежей живой краске, когда красочку можно занести именно состояние темного в светлое, светлое в темное наоборот. И вот пошевелить ее. Ну, опять же, таки легко исправить, если, например, есть ошибки, то легко поправить здесь все. Также мы где-то на каком-то мастер-классе писали круги от падающих листьев. Можно от того, что сыграла рыба. На одном из уроков я показывал, что как клюет рыба, поплывок играет на воде. Вот такая, может быть, она толстая, потоньше взять, жиденькой красочкой. Ну вот, смотрите, это можно, в принципе, засесть надолго, и в этом плане, конечно, можем писать не один день. Самые основные надо написать сейчас, а потом уже можно дописывать, дорабатывать свою работу.
Желательно, чтобы это было не кривое, а вот именно такое овальное, ровное овальное состояние отражения капельки. Где-то она может быть чуть светлее, чуть темнее. Чуть больше, чуть меньше. Все нужно учитывать. Вот сюда на переднем плане здесь вообще можно, в принципе, их большими сделать. То, что я говорил, что здесь вот на самом переднем плане желательно показать не траву, а желательно показать именно дождиком. Будет живописнее смотреться. Нельзя, естественно, здесь завалить. То есть круг должен быть именно вот такой, как рыбка, такой некий овал. Ну вот что-то уже чуть-чуть получается у меня. Надеюсь, что и у вас должно получиться без проблем. Ну а потом уже в дописке можно, в принципе, в самом конце, когда картина просохнет, прям положить руку на сухую и жиденькой красочкой кое-где дописать, дорисовать. Сейчас вот самое такое основное пока. И потом уже дописывать непосредственно аккуратно. Хотя вправе, конечно же, оставить все как есть. И такая живопись, она тоже может быть. Без особых дописок. О, как у нас тоже дождик собирается. Ой, видите, как она прям вот из себя показывает, что я здесь сильно выделяется этот цвет. С цветом нужно быть очень аккуратно, с тоновой частью работы. Не так, чтобы она прям выкрикивала, чтобы ей было видно. Иногда нужно успокаивать краску. Так, ну хорошо, что у нас еще тут на передних планах. Не знаю, получится, не получится. Вот здесь мне не подойти. Как вы видите, рука, она прямо у меня выгибаюсь здесь. Если бы вы видели, гимнасты бы позавидовали, когда художники пишут в такой позе. Там еще коленки сгибаются. Полуприседку.
Ну, уже видно, что дождик, 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 кап, кап, кап. Мокрые сапожки, помню еще с детства. Бабушка все время рассказывала. Все равно пойду гулять, одевай сапожки. Так и здесь. Наверное, рыба хорошо клюет в эту погоду. Когда такой дождик идет грибной. Так, свет и тень. Я тут мне не дотянуться, реально. Реально, я весь прям. Пусть я оставлю тот угол, допишу его потом. Вот, вот здесь нужно все позбивать. Пока краска жидкая. Можно просто маслом попробовать, друзья. Кисточкой и жидким маслом по жидкой красочке поводить. Тоже вариант. Иногда этот вариант хорошо работает. Ну, вообще с этой водой намного вам будет проще справиться. Почему? Потому что есть четкие отражения, где нужно подетально все рассказать и показать. А есть именно вот такие отражения в воде. А мы их затираем вот этим вот дождичком. И, в принципе, уже ничего там такого не показываем. Грибным дождиком все. Ну все, допишу я. Здесь по вот этому дождю все понятно. Нужно справиться теперь с камышами. У нас есть камыш. И камыш, он выходит сюда на... Вот тут видно, кстати, по камышу видно, что, скорее всего, что там дует ветер, он такой неспокойный. Сейчас я сделаю сначала вот эту грань между переходом темного к светлому. Ну и потом нужно забить будет все травкой. Так как вода сюда ближе подходит, и камыш подходит сюда выше. Здесь вот с левой стороны я вижу вплоть некоторые камышинки доходят чуть ли не вот до блика вот этого левого берега. Теперь нужно взять кисть, жидкую краску. Ну, может быть, и не такой. Сейчас я более толстый здесь. Снизу более толстый. Толстой кисточкой сначала. Краска. Единственное, что краска должна быть очень такая вот жиденькая. Иначе сейчас она вот здесь рвется и не получается такой ровный, как нужно протянуть.
Вот. И темное место, оно должно остаться, не забиться полностью. Оно должно быть, но не забитое. Сейчас возьму еще потоньше. Это, наверное, 2, 2,5, может быть, 2, 2,5 верст по длине. Ну, рисуем. Та травка, которая выходит уже на свету, вот там она светлее, вот здесь, на самом верху. Ну, а травка, которая сюда входит в теневую часть, здесь в тени, она на тон темнее, поэтому это тоже нужно учитывать. И вот так жиденькой травкой, разными оттенками. И мы видим, что на темном фоне видно светлое. А на свету, вот здесь на свету, именно темная травка будет хорошо смотреться. Вот. Ну и можно, естественно, здесь камыш, и камыш он гнется иногда, и вот такие вот есть. Вот здесь я вам покажу, так вот сгибается, что тоже может быть здесь вот в чаще камыша. Поколдовать вот с этой травкой и пописать ее. Можно даже вот на кончиках камышах тоже растут такие коричневые пушистики. В детстве мы любили их разбирать. С пацанами ходили специально за камышами. Там как вата такая. Ну вот и тут, естественно, можно также засесть с этим делом. И очень надолго, потому что здесь очень много деталек. Каждую детальку хочется показать, выписать, что нереально сделать, конечно, на таком выступлении. Единственное, что возможно, это вот так быстро, примером. Как-то вот такими некими намеками на камыш без особой прописи. Вот, ну что-то здесь уже начинает появляться. Такая вот работа с настроением. Видно, что есть солнышко, падающее сюда. На облаках можно еще внести теплоты будет. Ну, вот, лессировочным можно будет добавить белило с красным. Либо сделать вообще солнечно белило с желтеньким. И будет очень солнечно. Хотя, в принципе, там, где нет синего, можно добавить уже и сейчас. Не будет лишним.
И также, если вы хотите прям вот до суперреализма сделать, то можно еще некую травку на задних планах тоже позагибать, вот сюда сделать такой намек на камыш. Ну вот, все тут на ваше усмотрение, на ваш вкус, как вы желаете закончить свою работу. Самое главное, что все необходимое для того, чтобы написать эту работу, я вам предоставил, вы увидели. Ничего сложного на самом деле, как вы понимаете, здесь нет, и справиться с такой задачей сможет, в принципе, каждый начинающий художник. Тут есть в этой работе, в принципе, каждый может подумать и написать уже ее по-своему. Самое главное, чтобы вы понимали, что с чем. И вот вся моя живопись на протяжении уже многих, многих лет я преподаю. Она делается именно так. Вот такой подход к ней. Я не пользуюсь никакими ни разбавителями, ни растворителями. Все у меня достаточно легко, без всяких специальных инструментов, доступных каждому. Можно сказать так, у меня все инструменты можно купить в магазинах, в хозяйственных, строительных, хозяйственных. Поэтому вот единственную тоненькую такую кисть можно AliExpress заказать, либо заказать девчонок можно купить, те, кто занимается ногтевым бизнесом, делает ногти. Можете прийти и спросить, мне нужна вот такая кисть с длинным ворсом, и наверняка вы ее найдете в любом салоне. Ну что ж, друзья, вот так, как-то так. Непринужденно, все просто, все вы сами видите, все на показ, ничего не скрывается. Мастер-класс останется, естественно, для того, чтобы вы могли попробовать себя на нашем канале. Мы не закрываем мастер-классы, мы работаем, все художники работают на нашем канале бесплатно, делаем выступления и не закрываем. Единственное, за счет чего живет наш канал, это за счет ваших донатов. Мы существуем вообще, на сегодняшний день существуем только за счет ваших донатов. И вот пока они идут, наш канал будет существовать. Так что не стесняйтесь, художники не стесняются показывать вам мастер-классы бесплатно. А вы не стесняйтесь спонсировать художника хотя бы небольшой суммой, в размере, может быть, чашечка кофе. Это немного для вас, но и для нас, для художника, всегда будет стимул рассказывать вам и делать такие подарки. На этом, друзья, я могу с вами попрощаться, так как, в принципе, основная задача выполнена. Единственное, что остается, это вот убрать всю пастозность. Все темное не любит пастозности. Нужно будет немножко успокоить эту пастозность, избавиться от нее. Можно тоненьким мастихином маленьким, либо кисточку взять и так вот вытирая. Краска уже, она села на свое место. И единственное, что с ней остается сделать, это вот так, чтобы она не лежала пастозно, не блестела, так как это теневые, а теневые, все, что темное, не должно быть пастозно. Другое дело, когда белило. Другое дело, когда светлый цвет вот здесь, когда есть свет, там можно все это показать пастозно.
Что ж, друзья, смотрю я сейчас, читаю чат, что происходит в чате. А, да, по воде, конечно, еще нужно здесь много работать, но смысла нет, я сейчас буду писать, а вы будете смотреть ни на что, то есть ничего больше не изменится. Все останется, как оно есть, рассказано от и до. Пробуйте, друзья, пишите. Розыгрыш продолжается, полосочка набирается, картина, которая будет разыгрываться вот там, она в левом углу, кто не знает, кто сейчас пришел, она будет дальше разыгрываться и достанется хозяину своему после того, как наберется полосочка, мы разыграем ее, раскрутим барабан. Сегодня у нас поступление только от... Сейчас я вижу... Дмитрий получает у нас, Дима получает 4, целых 4 шарика по номерам следующим. Но у нас есть уже тоже участники с прошлого мастер-класса, поэтому мы будем продолжать розыгрыш. Ждите моего выступления следующего. На следующем выступлении будем писать другую картину. И я расскажу вам о, может быть, какой-то интересной еще технике на следующем выступлении, и также будет разыгрываться эта работа дальше. Не за что, Ирина. Как только я допишу, поставлю в группу, вы посмотрите, что у меня получилось. В общем, как-то так, друзья. С вами был Григорьев, канал Художники. До свидания, до новых встреч. Следите за расписанием. malerclass.com. На нашем канале есть расписание, и там все. Сами увидите, кто выступает, в какое время. Есть все ссылочки на прошлые выступления, на будущее. Пока-пока. Приятных выходных.